Традиционно венгерская семья – это многодетная семья. Большое количество детей приветствовалось. Чем больше было детей, тем считалась богатым семья. Колыбель для ребенка новорожденного изготовляли не заблаговременно, а на второй или третий день. Венгерский колыбель состоит из двух хорошо выструганных обтесанных досок, бортовых досок, соединенных под 120-150 градусов. А поперечные доски нища прикреплялась, завязывалась ремешками к бортовым доскам. Через изгибы бортовых досок просверливались отверстия, а на головной части бортовой доски закреплялась вот дуга, тальниковая дуга привязывалась. И через это отверстия продевали, пропускали тонкий сырометный ремешок, который охватывал вот эту дужку. Вот это ремень, ремешок, он использовался для подвешивания люльки на шесту росы или на ветке деревьев, который был приспособлен к кочевой жизни. Или можно его вот для перевозки на вьючном олене, специально привязывали. И с одной стороны люльку колыбель, а с другой ящик мотогу или вьючный ящик сумму, которые подвешивали друг друга на хлиствеске. Таким образом они кочевали вместе с новорожденным ребенком в люльке колыбели. Для вот матрасы сначала ложили матрасы, сделанные навитые белой волокнистой трухой, смешанной с волосом, подшейным волосом, и ложили ребенка завернутую заячью шкурку или выделенную оленью шкурку завернуть. И ложили на этот матрасик и перекочевки, если он писал, то эта беловолокнистая труха, он всасывался, и он остался, и ребенок остался сухим. Таким образом они использовали перед дальней кочевкой такой способ, чтобы ребенка каждый раз не беспокоить. Так, до... Обычно ребенок новорожденный находился до 2-3 лет в колыбели и кочевал таким способом.
вместе с караваном. А с 2-3 лет обычно ребенка вьючили на грузовом седле с помощью 2 бортовых вот таких деревянных перил, называется хатаптын. А вот все это седло грузовое называется джире. Олен, который возит ребенка, вьючный олен, называется джире. И из 2 сторон его обкладывали вот этим подушками. Таким образом он мог до определенного возраста, когда будет самостоятельно ездить, таким образом он кочевал вместе с родителями в караване.